Армения уже много лет удовлетворяла свои потребности в зерне поставками из оккупированного Карабаха. Но с 2020 года все зерновые угодья в Карабахе перешли под контроль Баку, и Армения уже осознает последствия этого. Как передает Ахар Ас, об этом заявил бывший заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян. Արցախի կառավարությունը արգել է հացահատիկի արտանումը երկրի տարածքից, հայտնում է Արցախի գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Հայտնի է, որ մինչև 44-օրյա պատերազմն ու Արցախի տարածքները Ադրբեջանին հանձնել են։ Достаточно простых расчетов, чтобы заявить, Армения в последнее время столкнется с очень серьезным зерновым кризисом. В этом случае помочь нам россияне по известным причинам не смогут. У Кремля и так достаточно своих проблем. Дополнительные расходы им не нужны. Еревану рано или поздно придется умолять о помощи Баку. Либо умрем с голоду, либо попросим зерна у Азербайджана, сказал бывший заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.